Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале «Трусов Лошадей». Сегодня на марафоне международного участия предлагаю вам посмотреть, как все это происходит. Поехали! Марафон в городе Тегу имеет международный статус и золотой лейбл. Всего в марафоне участвует 30 тысяч спортсменов из разных стран мира. Безопасность мероприятия обеспечивают многочисленные сотрудники полиции, медицинской службы. Прямая трансляция марафона идет по телеканалу KBS в Корее. Сперва выбегает элитная группа марафонцев на 42 километра 195 метров. Много представителей Эфиопии, Кении, Монголии, Японии. Естественно, все любители. Далее стартуют полумарафонцы, а это уже готовимся к старту мы, 8 тысяч участников, бегущих 10 километров. Невероятно огромное количество народу. Помимо спортсменов, волонтеры и организаторы, а также родственники и болельщики. Старт дан, и мы побежали. Медленно продвигаемся к стартовой линии, где сработает чип и начнется запись нашего забега. В добрый путь отправляют руководство города и организаторы соревнований. 10 километров будем бежать по центральным улицам этого и близлежащих районов. А в забеге на 5 километров участвуют даже такие телепузики. Вот так вот встречают тех, кто прибегает первыми. А вот так вот забегают в створ ворот все остальные. Теперь все направляются к палаткам с водой, медалям финишера и пакетом с закусками. Нужно отстоять еще полчаса вот такой вот очереди. Друзья, ну вот пробежал 10 километров. Дали вот такую вот медальку, что пробежал. И вот такой вот пакет, который называется Ханси. Здесь просто дают чай холодный. Перекусить такие вот шоколадные батончики и какой-то панкейк. Вот так вот, смотрите, шатры выделяют тем, кто приезжает командами, и потом они после забега все собираются и едят, пьют пиво. Вообще после забегов везде рекомендуют почему-то пить банку пива, потому что быстро восстанавливает, так понимаю, гемоглобин. Также рекомендуют съедать какую-нибудь шоколадку наподобие Сникерса. Желающие после забега могут получить бесплатно массаж. Особо есть не хотелось, взял апельсин. Пойдемте посмотрим, что там будет на сцене.
Next.
Везде раздают всякую жратву, напитки. Даже не знаю, что там. К каждому вот такому ларечку подходишь и что-то берешь. Наподобие вот такой вот рекламной штучки, влажных салфеток и ручки. Или напиток Гербалайф там, или еще что-то. Друзья, ну в общем, закончился этот марафон. Значит, как бежалось? Народу очень много, разбежаться невозможно. Где-то до 6 километров все прям плотной массой бежали. С 6 до 8 километров более-менее можно было разбежаться. А после 8 в кучу и кто 5 километров бежит, и кто 10, все объединились. И получается такая каша мала. В общем, до финиша 2 километра получилось бежать медленно. Пробежал за примерно час, 1-2 минуты. Это на 5 минут меньше, чем я планировал. Но все равно доволен остался. В общем, как говорится, первый блин не комом. Еще думаю тоже поехать на Чунчонский марафон с серебряным лейблом. На следующий год и также на Сеульский марафон хочу купить слот. Ну, в общем, если вам понравилось, ставьте лайки. И до встречи в следующем ролике. Пока!